Вот если касается типов психики, да, помните, мы с вами разбирали, то сейчас что? Все больше и больше становится людей с животным строем психики. Так, почему? Потому что кино, телевидение, все, они формируют вот этих биороботов, животных, так сказать, бери от жизни все и так далее. То есть их становится, но если другие кинофильмы показывать, будет становиться все больше и больше добрых людей, смелых, мужественных и так далее.